переносим до проспекта Мира, дорогу расширяем. Совершенно верно. До проспекта Мира. Материал идет, все есть, пересечение, делаем веревку. Вы видите, дорожки, дорогу расширяют, материал есть. Для этого стандартную сеть надо перенести. Опоры уже начали предупреждение от кольцо запускаемо на проспекте. На проспекте Мира. Это, наверное, на следующий год. На следующий год. То есть мы в этом году планируем от 9-й пятилетки до МТВ-центра. Да, и сделать от привокзальной до Петропавловска. И сделать объем работ по переносу, по выполнению пешеходного перехода. То есть идем в два этапа с двух сторон. Значит, на первом этапе в этом году идем от 9-й пятилетки до проспекта Мира, переносим коммуникации, расширяем. И от привокзальной идем до Петропавловска. Все переносим. Не расширяем. Ставим перед собой задачу в этом году. Сейчас, значит, по сетевикам тогда вопрос. Значит, еще раз, да, чтобы всем было понятно. Сметная стоимость объекта была 770, по-моему, или 780 миллионов, да? 716. 716. Подрядчик вывел? 679. 679. И то там, значит, мы не сделали перерасчет по коэффициентам. То есть стоимость небольшая. Практически не было ни одного участника на аукционе. Автодор, тем не менее, приступил к работам, поэтому и нам, и городским предприятиям нужно сейчас к этому вопросу внимательно подойти. Они объявляют аукционы, никто не идет на перенос сетей. Вот давай мы сегодня обсудим, и если нужно будет, значит, муниципальным предприятиям нужно будет включиться, эксплуатирующим организациям, как муниципальным, так и республиканским. Это дорога городского, республиканского значения, проспект Экура. Все пробки здесь, все мы это понимаем. Вот сейчас вопрос стал по газу. Что проблема? На сегодняшний день проект еще не согласован. Мы передали замечания по данному объекту. Причем эти замечания были еще в прошлом году даны. Так замечания до настоящего момента не установлены. А проект же прошел сейчас экспертизу. Все. Нашего согласования нет. Как это? Это не ко мне вопрос. Что там по проекту? Значит, действительно, замечания были выданы. Проектная организация в ноябре прошлого года. Проектная организация данные замечания устранила. Устранила замечание? Нет. На сегодняшний день замечания не устранены, мы с ними работаем. Я думаю, что ближайшее там замечаний не так много на самом деле. По газу, я думаю, устраним в ближайшее время. Пройдем согласование. Как в ближайшее время? С прошлого года он дает замечания? Замечания были выданы проектной организации, не нам. А мы об этом знали? В ноябре нет. Когда в июне месяце. Когда начали уже платную работу по ордерам. То есть вы дали замечание, а проектная организация проигнорировала, да? Нет, она не дала, турист. Вы представите? Организация, да. Значит, нам были выданы замечания, мы уже в ноябре месяце дали экспертизу, на момент получения экспертизы эти замечания успели уже устранить. Все эти замечания можно было устранить по рабочей документации. Но, к сожалению, работы по рабочей документации не были заложены в смете. То есть смете были заложены, но почему-то на торги, то есть люди не вышли. Поэтому сейчас есть, и нужно носить. Я пояснил. Вопрос ГИПУ. Я поясню. Извиняюсь, пока вопрос ГИПУ. Это у вас инженерный проект или рабочий проект? Виктор Васильевич, я поясню.